Съемку вел очевидец. Видно, как одного из конфликтующих пытаются задавить машиной. Человек упал, но потом смог подняться. В это время драка продолжилась на проезжей части. Все происходило в 2 часа ночи, поэтому машин на дороге практически не было. Как сообщили в сочинской полиции, в драке участвовали 7 человек. 2 наиболее пострадавшие госпитализированы. По словам очевидцев, конфликт разгорелся, что называется, из-за косого взгляда. Так ли это, сейчас выясняют полицейские.